это большинство, пожалуйста. Нам с вами повезло. Друзья, я повторюсь, потому что мы сыграем сонату Скрияти, она коротенькая совсем. Это соната, которая как раз была написана в начале царства Екатерины Великой, и вот эта музыка лучше помогает почувствовать дух рококо, как раз того рококо Ренальди. Того времени. Также хочу сказать, что сама императрица Мария Федоровна, она хорошо играла на клавире, она была ученицей Пузьева, она играла на клавесине, на органах и первых фортепиано. А их старший сын Александр, он был Александр Павлович, наш император, Александр I, он был очень неплохим скрипачом, собственно, как и его дед, Петр III.
Екатерине Великой. Спасибо большое еще. Спасибо. И хочется добавить к узору ваших замечательных нежных кружев белые цветы. Спасибо. Вечная музыка Петербурга. Музыка на веках.